Роман Лавр. Роман достаточно известный, достаточно для того, чтобы не рассказывать о нем специально. Его, насколько я понимаю, многие читали. Сказал бы я, может быть, с большей готовностью и удовольствием о том, как его поставили в театре. Его поставили в двух театрах, причем поставили, основываясь на совершенно противоположных принципах. Первый театр, это была первая постановка Лавра, это театр на Литейном в Петербурге. Режиссер Борис Павлович, который постарался уйти от книги, сделать ее основой, сделать ее идеей, но не выражением театральным. Это замечательная постановка, достаточно длинная, 3,5 часа, даже 4 часа, которая имеет отношение к идее, но прямого отношения к тексту она не имеет, но ведь и не может выражаться одна и та же идея в разных языках, каковыми является проза и драматургия по-разному. Очень хорошая постановка, где герои, одно только назову, герои, разные герои играют, разные актеры играют разных героев. Так по очереди играют Лавра и прочее. В общем, там есть что посмотреть. Вторая постановка, постановка мхатовская, Эдуарда Баякова. Тоже очень интересная, великолепная. Но она основана на другом принципе, на принципе следования тексту. И там филигранно выстроена вот ткань текстовая романа для произнесения, она преобразована для произнесения. Вот мне кажется, что надо было бы вообще эти постановки показывать парой. Вот. Или, по крайней мере, для того, кто посмотрел в Москве эту постановку, поехать и посмотреть в Петербург. Или наоборот.